Нормально. У там нас... написать, там сказать, что тебя не будет, ну там можно как-то, нет? Или телефона там отсутствует, интернет? Ты кому? Тебе. Да, ну ладно. Ребята, я еще привел остаток, выловил. У меня связь с космосом. А погодите, я рыбу доем, там пальнем. Можете работать? Со мной? Можете со мной? У нас секс, же... погодь. По-моему, Локи где-то есть. Как бы нас унесло, если что есть. Юля, если угадаешь, что я за... ну, какую я сейчас таблетку буду пить, дам тебе 1000 золотых. От диареи. Это обезболивающее или нет? Да, спасибо. Я не буду подсказывать. Это активируй уголь. Мукалтин. Бругексин. Клоферон. Виагра. Аджисин. Хорош, блядь. Не, это для поддержания тонуса. Да по-любому Виагра, блядь. РТ. Это для поддержания тонуса анального сфинктера, по-любому. Как? Лапирамид. Да. Странно, почему ты об этом знаешь. Я вот лично про существование таблетки даже не знал. Ну, я сказал Юля. Почему? Я не уверен, что Юля знает об этом. Беба думает, я его чувствую на расстоянии. Какая разница, сколько тысячи голды. Решил проверить. Ну, что-то да, детка. Такая, если она связь. Я даже не послышалась. Надо просто ближе стать. Ну, у вас с Валерой получше, конечно, было. Все. Это пройденный этап. Как еще раз называется таблетка для поддержания сфинктера? Валера. Лапирамид. 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 Локалют. Давно известная таблетка, блядь. Не, Грей. Все используют ее. И тему поднимается. Слушай, я не использовал, если честно. Но слышал про нее. На работе нужно смену отъебашить, я приспичил, ебану таблетку и все, пошел. Это не мне, это не у меня, это мой друг, там он мне рассказал. Слышал? Да. В одной истории про моего друга. А мы на ком? На тухлом? А, вы же гнилого убили. И у меня, короче, чувак сидел типа на работе, а я съел типа тухлый пирожок. Я говорю, блядь, мне пизда, походу. Он такой говорит, вот, у меня есть таблеточка охуенная. Я говорю, что за таблетка? Он говорит, посмотри, сколько тебе надо, типа, на твою массу. Он говорит, я вчера ее весь день жрал. А он, короче, сидит и пишет автобиографию в этот момент. Я говорю, а ты напиши там, типа, хобби, типа, в свободное время. Ну, а это был понедельник, то есть он вчера, типа, день ебашил. Пиши, в свободное время, в свободное от работы время, поддерживаю тонус анального сфинктера. Таблетками лапирамид, блядь. Я в ахуе. А кто ты на Фениксе? У меня один, типа, в сети. Или чё? Это какой-то, блядь, обнову какую-то сделали, нахуй, сейчас не отображается. Нормально. У меня он не в сети, причем еще и за какую-то эльфий какая-то. У меня он в пати уже готовый сидит, нахуй, идет сумон. Че это за анальная стимуляция эрекции? А ты чуть-чуть не так работает. А ты знаешь, как работает? Это как дипаун, да? Ты ебешь, а они сквозь все проходят. Критуют, но не критуют. Критуют. Но... Слушай, а эффект от дипаундов может критовать? Нет. Вот, видишь? Ну, они критуют, да, с Виагрой? А детям ее продают? Ну, лапирамид без рецепта продается. Мы тут и в 5 ебанем, но надо взять АДК. А мы что тут пьем, сапроты или эти, настой? Ну, вроде как босса надо быстро убить, как ты думаешь? А нужен сапрот? Думаю, да, малый причем. Ну и тогда пьем на. Может, со строки до нас три. Чарми трейд за малым. Их может до слабых просто покикать. У меня, кстати, есть. Могу всем нахуй раздать. Шепса синитранс. Давал уже. Так. Че там будет бандана, небось, красная, типа там рубашка дровосека. Не дровосек. Рубашка гомосека.
Только день. А, у тебя только даггеры изменились, братан. Но черный даггер пиздатый. Блять, где твои ботинки? Ты конченый. Ну да, ботиночки не помешало бы каким-нибудь удалением. Посмотри, господи, что это с текстурой? Ну, блять. Нахуй мне ботинки нужны. Давайте вместе все осудим. Бля, чел, я гуди, мне похуй на боты. Ты в смысле? Не, ну он типа, чтобы без шина ходить, понял? Да, так нет, в смысле, носки тогда тоже лучше вообще. Юра, где ты модельку, кстати, этого платья купила или где то, что оно что только декоративное? Вот у Кирилла пиздец, урод. Просто еще и два этих пальца, блядь. Это вообще пиздец кринж. А как оно называется? Просто уродец. Бля, мне кажется, ли эти пальцы на залупу похожи? Они вообще хуёвые. Хватит болтать. Спасибо, красное платье. Да, у нас одного кого-то нет, у меня Феникс платье первым. Да? Да, у нас пока еще. Слушай, оно, в нем не хватает шарма. А еще почему желтый цвет чарки? Типа, под что оно подходит? Фиолетовый был лучше. Бля, ну смотри, типа, понял, типа темный нахуй кинжал и свет. Ага. Поебать свет добавил. А, понял. Типа тьма, типа злой добавил. Ты злой. Нет. Же. Я, наверное, черный выебу второй. Слышь, Кринж, ты смотрел фильм, блядь, Хроники Риддика, нахуй? Да. Ну вот он там так же рычит, как ты рычал, нахуй. Бля, ебаните в Долоран, пожалуйста. На, для тебя, Беба. Все. Ты, короче, твой любимый герой Риддик по-любому, нахуй. Ну да. Ну что там кастишь? Кликай по порталу, все. Пацаны, а вы это, наговорились? Сумонить? К сожалению. У нас рейд же еще не готов. А у Кирилла ассист есть хотя бы, или рейд лидер? Да нахуй ему. Мне кажется, он просто все это время ждал. Он говорил, на Лока зайдет. Он уже зашел, в пятой пати сидит. Все, фонарь, заебал РЛ. Ро. Там на Риде. На Риде. Я тебя суманю. По Феникс замутался. А вот все, тише. Бля, ты тут? Ты в ТикТоке сидишь? В ТикТоке. Смотри, кунка на. А, я ожидал, что кто-то раскинул. Бам, нахуй. Где ты? Это тот самый опыт раскидал. Ждем, пока это, блядь. Что, кого-то ждем, да? Глю, видимо, ждем. А, тогда это... Нашел. Отойду на 2 минуты. Почему у нас один синдерей только на всю, блядь, эту? Потому что они нихуя не дают. Ага. Чего? Синдерей баф дают. Кто? Ну, это хуйня. Столик, нихуя. Ужас, Швепс, ты меня обидел ужасно. Это ты, что ли, Синдерей? Да. Ну видишь, ты танк, тебе похуй. Да. Пацаны, идите сюда, под кран. А не, Чивава есть, фух, я уже боялся. Ты гномом мог бы быть, тебе похуй. Меня тут заставляли, а нет, не заставляли, а просили. Я помню, лысую дворфийку просили, блядь. Не, какая дворфийка, ужас. Они там подзывали. Нифига себе. Они давали баф 1% хосты, и никто больше не давал такой баф. А раньше, да. Короче, сделать, да, типа дворфийку. Это такой урод. Я высшим эльфом играл, когда меня просили это делать. И а сейчас кто еще дает? Подрубайте ему зону, ладно. Ладно, вы заебали, пиздец, закройте ебало. У меня 4% перекап, ты представляешь? Перекап чего? Хосты? Крита. Это как? Дайте 50? Сумму, я символы заменю. Кунка завтра? 55. А почему перекап? Перекап это когда у тебя 105. Ну, да, перекап? У меня оверкрит. Ладно, я пока возьму, пока не кроме. Пока для... Что значит оверкритует? Ну, суммонит давай. Потом разберетесь овер и все остальное. Фонарь на бойке. Все сломанимся. Риди готовая печенька будет стоять. Эта печенька входит и держит в рынке. Нет, станет смотреть. Кресте будет стоять. Юля. Назначь, кто в РЖ. Васки брать.
Я вас, блядь, сейчас шипы нахуй на место поставлю, подождите. На АДК зайдешь? Не. Локом нахуй. Чтоб на первое место рекаунты. Кирилл, тебя хуёво слышно. А сейчас? Сейчас нормально. Сейчас, подождите. Все, промазываться, пропивать. Да. Рик, поставь под босс этот тем, пожалуйста. Не везде достает. Пунка Браза я с пула сакнул. Ты герой. Мула, ты класс оставил, да? Так, ещё давай серчу на полумах. Кто в мили, кто в рендже? Он гулю зашнул, ладно. Какой нахуй мили рендже, блядь? Рендж держите нахуй, пельмени не ловите, блядь. И смотри, чтоб не заблевали друг друга, нахуй. Это не гнилой, а тухлый, блядь. Ридили. Написал, что зачем пришел. Заебали нахуй. 21 минута уже. Кью, блядь, чаем. Ты там Престина готов ебашить, похуй. Престина? Ну, пока не изучаем ходить, я быстренько на Pornhub схожу. На пол и фонарь, и потом... Не знаю. Можете фиксовать друг друга и кого-то просмотреть сами. Я один шаман сегодня? Неужели? Да. Блять. Да-да, под босса поставь-то там. Давай быстрее, Ри, тебя одного ждем. Все, давай, чуть поехали. 5, 4, 3 Пельмени не ловим, еще раз повторяю. Увижу, кто, блядь, словил, на сразу, блядь, 5 фото. Ебать, как начал лагать, что за хуйня. Те, кто спор не лутает, смотрите этот. Спор стирайте. Одну печеньку. Чё вы там делаете? Чё, блядь? Раньше набрали. Пельмени аккуратно. Ну выйдите. Ну хули вы стоите в вагоны там до последнего, блядь? Что, не видите нахуй или что? Под ноги смотрите, зеленая лужа появляется. Мили. Милики, чё вы там тоже как инвалиды? Один с левой стороны, другой с правой, блядь. Станьте по одну ногу. По одной ноге бегайте и всё. А что кокозябр в мили делает? Хиливайте. Я вылетел, мили. Нет, иначе я уже не поставил. Хилиться. Ладно, похуй. Крест. Раньше набрали. Быстрее. Блин, не особо ты, блин. Я комплекс. Скоро вынес.
Ты давай как-то там, блядь, фикси, но смысл ты в рейд пришел, чтобы тебя выкидывало на. Где у нас, блядь, ДПС очень важен. С таким учетом можно идти в 24. 20 минут у тебя было начать передать перед полом. Фонарь, жми сокру. Ну, сейчас нажал. Мили. Сбросил стаки. Крест. В кресте никого нет, почему? Заебись, ты из креста, тут печеньки ничего нет. Ай, блядь, милики нахуй. Я вас, блядь, кастрирую нахуй, если вы не будете выносить, блядь. Едкая гниль все равно вторая будет, блядь. Да, солидно. Или... На финале. Блядь. Порох сейчас выносит. Порох винит. Мира и крест. Вы можете встать по-нормальному в одну ногу? Чё вы как дегроиды нахуй стоите, блядь, снова? Пора будет. Поднажмите, когда пройдёт боль. Пора будет. Там пельмени. Крест, местись, кто там в печеньке стоит. Раньше набрали, быстрее. Сейчас будет больше босс, больше ДПС по боссу. Фонарь жми сыпле. Нажал. Мили. Серва Б раз быстрее, что побьет что. Все равно что. Бей сразу, не надо бахаться там и так далее, просто бей. Больше, больше, бей сразу. Паладин на бамбу, нормально. Чисто Сандер бы зарешал. По-любому. Ну-ка, ты доволен? ТПС точно такой же. Фонарь, ага. Доволен поясом? Не доволен. Лучше бы запы упали с серебра. У меня такой же пояс. Тангелю. Бля, ну мула, ты куда? Там мертво все. Слава, постарайся как-нибудь пофиксить. Желательно. Да, это мобильный интернет. Так, все, я на ДК пошел. Че, мы на парфай пойдем? Не, пойдем принцов, Вальку. Просто там вернемся, может, Слан Тельбер. Давай сначала Вальку захилим. В принципе, потруднее. Не, на принцов пойдем. Полностью свали 3. Ой, слон отелью, блядь. Мне же здесь, кстати, не обязательно да, будет. Скиньте там ДПС в рейдовый, в этот... Как его, блядь? Уже скинули. Я гляну. Там полбоя обливал, блядь. Блядь, я Рэлла забыл скинуть. Сука, ладно, еще потом перекинется. Кирилл. Что? Мне же не обязательно будет в зеленого плевать.
на профе. Да мы не идем на профа, ты дурак. Мы не на профа сейчас идем. Нет, я знаю, я уже... Скорее всего, сегодня сходим, но посмотрим. Зеленого ты, по-моему... Подожди, я красного должен только, по идее. Подожди, да, я вспомню. Стой, тихо. На первой этой, блядь, ты должен и в зеленого плюнуть, в красного. Там ты должен подать друид. И потом под этот... У тебя будет на еще один плевок в красного. Вот так. Зеленого не забивают и в угол не становится. Ну, типа, зеленая метка бьют зеленый. В угол. Как обычно. Зеленый в зеленый, красный в красный. Он имеет в виду тактику стояния в углу. Ну, так зеленые в углу стоят же обычно. А куда вы без танка пошли пулять? А где танк у нас? А он сдох. Ясно. Да, пока на замену. Я в стане была. Видела, как ты умирал. Я пока ничего не сделал. Тут хилов дохуя не надо. Сейчас мы немножко корректируем. Пристену, блядь. Ладно, ща. Я бы на самом деле профа бы потравил. Да будем мы сегодня профа бить, не переживай. Мне по кайфу, даже если вайпаемся. Да ладно тебе, все мы не хотим в Рогильдии, ничего, что так... Такая явка, наверное. Явно, да. Вы там Орелла перекиньте. Адельера. О, наконец-то спал, да. Адель, дай мне обкрутить остальное. Хотел перезаходить. Арисин, сколько у тебя там осколков? Ты писал или нет? Что-то проебался. Напиши, не было. Нет, всем пиши, мы тоже хотим знать. Так, пристену, пока тебя на этого босса поменяю. Ой, может быть, это... на этом когда бьет. Мула бьет что-то. С вобычки еще выпадет. Так, Бланш, Войд, на кинетике твоем сидите. Блядь, хуёво у вас, блин, очень хуёво. Ладно. Постарайся пофиксить это. Если надо зубки, фонарь, говори. Там не уже зубки выбивают, мне кажется, уже новые пора вставлять. Фонарь, будешь танчить келесет, и я двоих. Не сказал бы, что это лучшая идея. Чего? Я не наберу столько трита. Там вы, скорее всего, скипнете этого даже. Феникс, спекайся в АДК. Да я и так в АДК, блядь. Дело не в этом. На Талдраме Волонаре не смогу. Шудар чему, блядь, надо играть, чтобы это. Либо маром подвести ближе. Ну, так. Подведем. Да, Мирай, заебал. АДК больше дамажит, чем твой фрост. Уже. Че там реворк? А когда здесь чарки реворк? Я вспомню время, когда я говорил, Мирай, не будь раком, собирай Т4. Там нахуй мне твой Т4. Да, ну есть Т4. Даже апнутые. Я встану. Да нахер, вонючий. Блядь. Не мак, можно в Сирус донатить. Как, блядь. Ну, а Вофу бы донатили, нормальные люди, блядь. Нет, Сирус, блядь. А чё, а когда там Dragonfly? Да хуй знает, там вот 26 сентября ЛК выходит. Да похуй на Лич. Заебал он. Да. Хочу драконом играть, да? Фури? Нет, Рокер. Класса говно. Класс говно, который у них там дали. Слабый. Слишком. Ну вот все так говорят, что слабый. Так. Треш уже почистить, значит... По... Ну все, кто не играл. Бухайте. Я
Блять, у меня сейчас Кристина, Кристина, Ассалин, пока вы видите. Просто сильно умоляю. Только постарайтесь пофиксить. По тактике здесь все то же самое, как 25-ки, как больные, или как? Нельзя, много. Атаки не сильно бьют, но все равно много не набираете. И этот... Рэнджу. Рэнджу держите. От вихрят отходите милить. Смотрите, что танка нет. Смотрите, не бегите в РДД нахуй. Как тупые, блять, в одном фрейме. Так. Еще раз повторю, бланш. С левой стороны кинетик поднимаешь, войд с правой. Там, если что, на подстраховке будет у нас инсол сзади, если что, бомбочку поднимешь. Что еще, блядь? Ты на двух? Не, килисета будут танчить. А, ну, отлично. Тогда справлюсь. Короче, от каждого вашего движения вешается стайк. Там они не сильно бьют, но старайтесь там больше 5-6 не набирать. Там уже будет нормальный прием. Чтобы они спали, вам нужно просто постоять на одном месте. Все, давайте расчеты еще на бумагу. Мне вот не нравится наша позиционка тут. Наберите нормальный рейндж, станьте, блядь, босс в центре будет стоять. Если, блядь, милики не долбоёбы, нахуй, он всегда там будет стоять в центре почти. А, блядь, у нас еще блю нет, не на соло. Почему вы их не суманули? Шкаф тыкните. Блядь, надо ГДК искать. Вот это нахуй что-то мне вообще не нравится. Вот хуйня. Я лучше любого ГДК. Да сейчас я наберу безжалостный. Один момент. Да, кстати, этот новенький андекан из-за меня. Угу. Я еще не видел, что за он. Ходит в один рейд, посмотри, что за он. Потом, может, сделаю вывод. Так, рыбу ты поел, Глю? Вон стоит же рыба. Ешь, окей. Глю, ты слышишь вообще меня? Пикни, пожалуйста, восьмое. Восьмое? Окей. Рыба пропала. Рыба под банком сейчас стоит одна. Блять, как мне это заебало, нахуй. Я ебал, еще хулипало точно искать, на это пиздец какой-то, нахуй. Вообще нахуй. Давай, счет, поехали. 5, 4, 3, 2, 1. Вылечить королеву можете чуть назад отойти? Вот. А нахуй вы пришли в рейд, объясните мне. Некуда бежать, блядь, некуда. Падайте. Услышали? Куда, некуда бежать? Ну, вы прикалываетесь? Вот мы стоим вот, да, вот на лестнице. Вот слева там... 3-4 РДД справа, сзади и спереди. Везде окружили просто. Ну куда? Я влево стрейфанулся. Хуй знает.
Короче, нужно шаг назад делать на вихре, чтобы великом отойти. Ну, похуй. Ладно, вас расставить или что? Или вы сами станете? Или мне поминусовать просто нахуй, если вы хуёво стоите? Вообще, типа, блядь, ну вы можете бежать вот на миликах, нахуй. Вот, 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 блядь. Печенька, крест, нахуй. Ромбик, блядь. Трусы, нахуй. Полумесяц, блядь. О, места вам там всем хватит. Там ни одна, блядь, из РДД не должна стоять. Приветствую. Умирай, Хан. Я рисую. Чё, Валик с пулей лепит? А, всё. Заявили вроде. А где будет босс танчиться? А то я ожидал, что он, наверное, на ступеньках сверху будет, а его вниз притащили. Внизу будет? Что это за хуйня? Хан заагрел. Так кто? Хан. А зачем? Бить. Ну, чё, играем? Давайте сыграем, ты чё, какая разница? По Фениксу умер. Пиздец, блин. Мне кажется, я думал, что они не агрятся. Они только после этого своего вступительного не агрятся. А вот после этого они заагрились уже. Борис. После трая. Воу-воу, Бланк, ебать качет. Чарми, ты опоздал. А Чарми тоже стоит на лестнице, а не, я видел. Есть масс-лес? Да, блядь, кринж нахуй. Кинг? Нет, блядь. Палка? Да. Тильт? Да. Кунка воет, вставайте, люди. Сами. Так, где секунды посчитать? 6, 5, 4, 3, 2, 1. Чё, вставать? А, ну ладно, да, встаю тогда. Тихо, ты вернулся. Блять, Феникс отошел, чем подумает, хули он мертвый. Ну, получается, не было что кашель. Админ пришел, уебал. Да ебаная Валька, нахуй. Что это с пулем? Феникс. Пет ханта или хан. Все сдал, блять. Просто пиздец. Дай шкаф сумнём, блять. Там вальки. Тык. Тык. Пизда. Блять. Давайте вырубать клоунаду, нахуй, потому что я сейчас горю, и пиздец.
Напоминаю, если вы меня не выбесите на хобби, и все будет нормально, блядь, с 1 сентября я въебу ЕПВП. Да, собственно, я так предлагаю сделать ЕПВП. Адель, фонарь чуть не хватает. Уже все, я готов. Красава, давай чё такое. Да, дать хотя бы стать где-то так. Блять, классно. Короле, можешь чуть-чуть вперед пойти? Беба. Второй вихрь дашь сокруг, наверное. Угу. Лицо много знаков прохим. Геро дали буду тоже программу. Блять, неудобно смотреть с этой стороны. Ничего сложного, блять, просто делайте все, что от вас требуется. Босс почти как в обычке. Сзади кинетик падает, Хантед умрет. И на слово там сзади, если кинетик падает, поднимай его, пожалуйста. Маг далеко где-то. Сейчас кель откроется, тут вихрь появился. Ладно, я отложу сферу. Будет какие-то знаки. Кто, блядь? Да ебанитесь вы нахуй. Сука, мула нахуй. Сзади тебя появилось. Сзади ядро. Там нормально. Я великий Квалонара беги. Квалонара пусть убит. Вихрь. Хватит меня откидывать. Бать там хп, да? Сейчас вихрь, если будет, дашь сокро. Перед закрытием. Талдорам убить. Шесть с половиной минут берса, плюс экзекутка будет вполне. Дай гимн на ману. Поставь ТТМ. Рит. Пусть кель откроется. Тоже сферу заранее.
чаша. Кинерекс полью. И прольется кровь. Vortex near. Kinetic spawn. Насладитесь болью. Прольется кровь. Vortex near. Фоксона был досадным недоразумением. Сила сферы позволит вам моя часть. Ладно, бич. Kinetic spawn. Прольется кровь. Насладитесь болью. Empower Vortex. Да, массакр. Блять, все ядра позабираем. Ясно, минус 4 нахуй. Вернул тебе я. Серый БР по кунке, серый БР меня... по Мирае, этот Войд БР по Бебе быстрее. Меня подложным уебало. Вот, я есть еще в трусах. Да, да, блять, только подожди немного нахуй. Да вырубите вы нахуй лишний флут, блядь. Вы, блядь, на... сука, я не понимаю нахуй. Это пиздец просто какой-то. Квакозябр, бланш, нахуй. Ясно, падайте. Ты, блядь, на стаке вообще смотришь, как ты бежишь, нахуй? Или нет, нахуй? Или тебе похуй, ты просто бежишь? Да меня накидает, блядь, влево-вправо. Ну так, блядь, надо как-то, ну, не знаю, остановиться, подождать. На тебе 11 стаков, нахуй. 11, блядь. Теперь вы видите, насколько мы сильны. Истина в смерти. Кушать подано. Рейса, снимай его. Быстрее, быстрее, сейчас спулишь. Не спулит, там пропадет это. Кунка, я не буду вычислять, кто там и что, и за что. Ну, блядь, потому что мне хуёво видно от этого. Отсюда. Да, нет входящего вообще исцеления. Кто там еще убираем? Ну, Викторис, кто-то с тобой еще побежал, нахуй. Вы сдохли, блядь, четвером. Кирилл, может, это я что-то не то делал? Может, позиционку мне не так? Ты же там метки не просто так расставил. А я где-то, типа, в середине держу. Чтобы нас было удобнее прохиливать. Вот, держишь, блядь, примерно вот тут вот. Везде. Ну, значит, все нормально делал. По идее. Просто, чтобы тебя не откидывало, милики должны съебать. А это постоянно, это база. Откидывать это любимое дело. Я, ну, за этот рай все вихри отлетел. Я видел. Как попрыгунчик. Меня нитро ускорители спасали или еще прожимки. Бывало 10 стаков из-за этого наберу. Не знаю, мне неудобно смотреть вообще, что там происходит. Типа я вообще нихуя не вижу почти. Эти камеры на максимум даны. Тут в принципе даже озвучивать ничего не надо. От вихри сами отбежали и все. Кинетику подбивать и просто играть по карте. Больше еще не надо. Этот искр, по-моему, тут нихуя тоже не дамажит. Может, вы вихри путаете? Потому что я вот, допустим, пытаюсь отбежать от вихря, когда даже ДМ анонсит «разбегитесь», и люди просто бегут рядом, хотя, допустим, есть место вправо-влево отбежать, ну, типа, сманеврировать. Люди просто бегут от того места, где якобы будет вихрь. Друг от друга раньше ты набираешь. Мы бежим от тебя, а ты к нам. Я? От вас? Блять.
шкаф дайте, суманить ему лу, блядь. Ну вот у меня, блядь, тупо сколько там, минут, секунд 10 не было вообще входящего никакого исцеления. Ну а ты в какой стороне комнаты сдох, скажи? Около танка. Там около танка, как про килисета танчил. Потому что я пауэрэда не мог доставать, мы что вы разлетелись нахуй в одну дверь, в другую дверь, а я стою у входа. Потому что через всю кучу РДД хуй пройдешь. Либо я их откидываю, либо я здесь стою. Смотримся и поехали. Мне нечего тут пиздить нахуй. Шхила всегда просто смотрите, смотрите за собой. Кинетическая бомба. Ну тебя вообще волна рубила, это вторая твоя смерть. А не первое. Это после БР нахуй. Там... Нет, в смысле, тот пол мы вайпнули. Значит, первая смерть у тебя, блядь, от сотрясающий вихрь. Темница. Все. Потом тебе пришел БР, тебе въебала кинетика. На этом пуле мы не темница. Давали БРы. Это ж прошлый был. Давали, пулка. В смысле, блядь, не давали. Вот нахуй. Тебе вот, и Мирай смотри. Давали. Смотри. Волонар тебя добил уже после вайпа. Наверное, не сильно. Это вторая твоя смерть, не первая. Все, на исходной стали. Давай, черт. Уводите РВД. А чё за... Блядь. Так, чё не болтаем. Да я не могу, блядь, эти ядра забрать нахуй. Да пиздец, блядь. Геру, не? Геру, давай отпить, кто умрёт. О, богу, принялись этот пи. Умрём. Ну, блядь, кто там? Не стойте, пожалуйста, около меня, в которую сторону я отвожу сферу, блядь, сзади, нахуй. Я все время там в углу стою с левой стороны. Не стойте, пожалуйста. Ладно, что прохил? Массакр, да? Лакище прохил. Кирилл, а к тебе подвел, можешь забраться? Не могу, у меня нету наставника. Вот, забрал же. Не знаю, вы ебанутые? Видимо. Дай БР этот свой быстрее.
Вы можете нормально разбегаться? Рит, ты стримишь? Ну да, но я никит отключил, ты их не увидишь. Я потом посмотрю, поменяю. Отвечу только. Хорошо. Не ребанк, не сироду, помнишь. Или бомба падает, купите что-нибудь. Скорее всего, сальву быстрее. Да, дал. Ристабан, дайте. Хотя бы стамин вроде. Всё, килисета больше бить не надо. Попал на рубрис. Конечно, ядра все забрать надо. Вихрь, это что, не дай скру. Умираю, прохил. Ну, блядь, ну, нажми там что-нибудь, зеленку какую-нибудь, хуйню, блядь. Стерва БР быстрее. Или серый БР не умираю. Да, блядь, вы загибали нахуй, тут, сука, пиздец, уже бесит, накаляет эта хуйня. Ваша это УЕ дебильная, блядь. Да, массакр. Ну не бегай ты, блядь, Фелиция, но остановись после откидывания. Подожди, стаки спадут. Ты сам себя, блядь, убиваешь, нахуй. Козел ты, блядь. Сука, нахуй. Стерва Б быстрее. Рибаф попал. Дим, даем. Такая мысль есть. Чуть-чуть, да. Лисец сейчас скроется. Больше ДПС, да. Я не понимаю, вы там чё, блядь, мультидот эти дальше килисеты или что? Чё это за хуйня вообще, ебаная? Духи взрываются. Пиздец, блядь. И сферы мои все нахуй тоже взрываются, блядь. Они криво. Шант умер ещё. Красавчик, блядь. Бейте. Берсу часу прям всё нахуй. Да, он, блядь, на вихрях дохнет, блядь. Кремль, наверное.
Kinetic Spawn. Келли, в принципе, Келли бы. Чарми сальву дайте. И скорее всего тут. Никита, ты можешь прокилить это, чтобы духов не было? Больше прокилить это. Волонар фулл ДПС. До берсы 40 секунд. Знаете-ка падает. Минус 2. Да стой ты уже. Не, не хватит. Люди дохнут. Смотри, притык хватает, если люди не дохнут. Берсна будет. Пусть идет твоя берсна. Полубабл. Жестко. Первый раз берсу вижу. Второй раз вижу. А можно танк не откидывать? Пинг-понг получился сейчас. Нихуя. Сквозь тучку бьет. По 20 тысяч. Теперь вы видите, насколько мы сильны. Есть там резнуть? Или что, бежим? Ладно. Бежим, бежим. А в салайн ты не отлагал? Салин. Смотрите, пожалуйста, в детле по припотам. Мне показывает только 10 человек, но, возможно, опять так же ДБМ показывает только те, кто выпил 2 раза за бой, а не один. Все должны пить 2 раза за бой. Спулили нормально. Мне показывает те, которые выпили даже один раз. Это детла. Сейчас буду пить армор поты. Босс испугается, ваншотница. Умрет от отчаяния. Типа, если ты, Адель, будешь стоять там, я лучше пиай буду закидывать вон рядом стоящим. Типа на постоянке. Блять, у нас у хантов вообще дэмэджа никого нет. Хант на сфере стоит. Так, я понимаю, что на сфере, но все равно это... Там уже есть промежутки, когда можно чуть-чуть подумать. Там нахуй вообще... 10к ДПС, блять, это СОЕ, нахуй. Там вообще нету промежутков, там охуеешь. Умри, умри быстро, куда ты побежал? Блять. Можешь что за комбат? Развернулись, души добили. Рестник, блин. О, Вальку сыграл. Не, не перекур еще будет, бля. Фамилия. Никаких нахуй перекуров.